Кызылординцы блестяще выступили на онлайн-кубке мира по карате-ката в Грузии. 15 юных спортсменов завоевали медали. 3 из них – золотые, 4 – серебряные, 8 – бронзовые. Одна из героинь Кубка мира в Тбилиси – Дильнас Нурбек-Каза. Ей всего 8 лет, но девочка уже успешно участвует в международных соревнованиях. На Кубке мира она заняла первое место. «Я с 5 лет занимаюсь карате. Мне нравится этот вид спорта. Тренеры многому научили. Хочу достичь больших высот. В Грузии заняла первое место». Тбилиси, Грузия. 20-22 ноября прошел Кубок мира по кате-карате. Наши юные спортсмены, воспитанники городского клуба имени Кажимухана и Бельколя, заняли первые места. Отличились 15 спортсменов. Их сертификаты прибыли. Мы поздравили ребят, вручили от имени акима города подарки. Церемония продолжилась онлайн-соревнованиями по тяжелой атлетике. Спортсменам пожелали удачи на помосте. «Наша главная цель – дать подрастающему поколению хорошее воспитание, создание условий, чтобы росли здоровыми и стали достойными гражданами страны. Спорт в этом плане играет очень важную роль. Занимайтесь спортом, приводите в спортзалы своих друзей». По итогам турнира третье место на пьедестале почета занял Нурбек Досанов, а второе – Асхат Умарбеков, первое место – Аслан Мухамбеджанов. Кристина Алмасқызы, Айғаным Курмашева, Бугинбай Абасилов, Турихан Кужахметов, телеканал «Кызыларда».